Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня опять же, помимо кузницы Лепрекона, есть другие сервера, на которых тоже запустились кузницы Лепрекона. И помимо этого еще есть другие топовые акции. В общем, поехали, делаем, как обычно, обзорчик топовых акций по серверам. Что у нас интересного, потому что многие спрашивают, во что выгодно донатить. Выгодно донатить, когда выходной, есть вот такой вот 1 плюс 1. Паки даются еще дополнительно, такие же паки. Вот заходите, что есть пак, покупаете такой, вам такой же в подарок, либо такой, такой же в подарок. Это очень выгодно, потому что вы получаете в два раза больше плюх. Даже если вот этот пак купить, вы получите сразу же на прокачку героя, получите две эмблемки. В общем, вот так вот. Апдейт пак опять здесь есть, и опять же добавляют новые тома книг для прокачки следующего батл пасса, в котором, скорее всего, будут давать ледяного феникса плюс скин на него. Для ленивых, вот видите, ввели, через день продают. Что мы имеем? Подешевел зефир, причем так конкретно, можно сразу же осколками плюс фобу купить. То есть очень тоже выгодное предложение. Шестые для новичков, для прокачки аккаунта. Вот эти вот сундуки замка вообще отличные. Что у нас еще есть интересного? Вот можно собрать за 3 пака оккультиста. Сразу же скин. Пыльцы достать. Вот продают свален. Ну, здесь такие акции каждый через день. Вообще выгодно. И расходники. Но это не главное. Поехали дальше. Коллекционер героев. Возможно, буду сегодня ролить фобу, посмотрю. Посмотрите, какой коллекционер героев. Дают за суккуба. Ну, раньше давали слизни, что-то они пофиксили, видите. За этих, за обычных героев лучше плюхи давали. Но с этих сундучков можно получить исцеление. За панду дают восьмую сумку. Ну, такое себе, с расходниками было круче. Ну, фоба, как обычно, это очень круто, если повезет, если вытащить отсюда фобу. Ты реально круто из ПБшки. То же самое, то есть топовый коллекционер, дискаунт. Мы сейчас не покрутим. Тут у меня все награды за донат, минус 20%. Ну, тоже неплохие. Так, плюхи, остров. Забираем один осколок и смотрим дальше. Это не самое главное. Вот 1 плюс 1. Также здесь есть то же самое, что у нас и на русском сервере, кузница Лепрекона. Здесь она называется Green Spring Lab. Вот так вот она выглядит. Немножко по-другому на английском сервере. Но думаю, коды те же самые. Если нет, пишите, ребята, в комментах, какие коды будем смотреть. Давайте, кстати, я сейчас заберу ежедневку, потом заберу еще, чтобы не забыть. Будем проверять с вами. А мы, кстати, можем и сейчас проверить. Я сегодня с бесплатки стрелок выпал. Сразу же, причем. Так, отлично. Сейчас я заберу плюхи. Поехали, посмотрим, какие там у нас 500 камней пламени, камень судьбы 13-го скилла, скин на башку 1, 2, 3, 2. Давайте попробуем, сейчас заберем. 1, 2, 3, 2. Да, камикрок 4. Значит, коды такие же самые, то есть такие же самые плюхи. Вот он пришел. Поэтому оно все одинаковое, просто немножко измененное название. Помимо этого, есть сегодня здесь акция Catch a Prize, которая довольно-таки обалденная, и уже который раз запускает ее. Ну, на русском сервере, как обычно, все мимоходом. Здесь вы на шару можете получить токены, разное количество. Вот мы получили 5 токенов.
За 5 токенов мы можем только книги забрать. Можно и 20, там, по-моему, 25. Сейчас я не помню, сколько максимальное количество. А, вот. Можно даже 50 токенов. А, это 50. А сколько получить максимум можно за бесплатку? Я даже не знаю. 25, по-моему, или 20. А, вот, 15. 15 токенов это потолок. Не, есть еще 30 и 20. А вот, то есть, если вам повезет и вы получите там, допустим, 20, да, то вы можете забрать сундуки. Сейчас мы еще разок зайдем в награды, глянем. Это шансы. А вот награды, смотрите. Максимум берем потолок. 30 книг, 5 сундуков с эмблемами топов за 15. 1600 и 800 камней на прорыв, отлично. А по 40 сундуков. А за 30 гемы 10к и 15 сумок. Вот так вот. А дальше уже поменяли награды. Дальше топовые награды, но это уже за донат идет. Но в общем акция, как видите, тоже халявная, очень крутая. Orb Accumulation. Ну все, тут проспектор и гифты идут. Больше тут ничего такого интересного нет. Ничего себе, мы панду получили. Сумочку топовую. Вот так вот. Такие вот плюхи на английском сервере. Поехали посмотрим на Тайвань. На Тайване тоже вчера была акция. Обалденнейшая акция. Такс. Здесь и плюхи, ничего не поменялось. Вот здесь каждую неделю на выходных продается вот такой вот за 300. Вы можете накупить себе 10 плюс 10. Ну, обалденно. Ну и дальше подороже плюхи. Ну, тоже смотрите, за 20к какие плюхи, ребят. Скин там, прочее. Седьмые. Тоже довольно-таки неплохие паки. Так, а здесь вот на трату. Ни на одном сервере пока такого нет. Можно собрать огника. Ну, надо 160к потратить. Так, что по акциям? Тут ничего не поменялось. Так, тут у нас хрусталька. Довольно-таки неплохая хрусталька. Пират, который был, там ничего интересного. Так, ну все, больше ничего такого нет. Вот так вот. Так, окей. И поехали еще. Давайте с вами сбегаем сейчас на... Запущу на АЭС сервер. Посмотрим, что на АЭСе у нас сегодня. Сейчас я... Зайду на АЭС, еще гляну. На наш бездонатный аккаунт. Так. Есть. Отлично. Так, смотрим. АЭС сервер. Что у нас есть? 1 плюс 1 тоже. Вот все акции, которые есть. Кузница Лепрекона открыта. Кстати. Такая же, как у нас и на русском. 1 в 1. Давайте тоже заберем плюхи. У меня тут такие герои, что я даже не знаю, что нам такого сделать. Давайте, не знаю, маны докупим, что ли.
Вот отлично. Так, и у нас появится сейчас дополнительно. Ну, то есть можно что-то сделать, какое-то действие и дополнительно получить. Вот так вот. Так, давайте проверим код на Prime руны. То есть 4, 2, 1, 1. 4. Два, один, один, есть, вот, Prime Back, 8, поехали посмотрим, что за Prime Back, ага, вот такие вот, видите, это не мешки Prime Rune, это просто мешки, так, чтобы не путались, и видите, я уже забрал 100к кулаков, то есть те плюхи, которые вы писали, я все-таки решил прислушаться, забрал не ПБшку, а забрал 100к кулаков, но видите, здесь не Prime, а точнее 2 мешка Prime, тьфу ты, блин, я Prime руны, сейчас мы освободим место. Восьмые руны, это не IGG, не IGG. Так, 100к кулаков на аккаунте, подгончик, подгончик. Так, открываем, и что мы имеем? 25 свалено. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, повторно, по-моему, плюхи забирать нельзя, если я не ошибаюсь, поэтому смотрите, не возьмите опять те же самые награды. Колесо, больше акций, события, коллекционер героя, вот, кстати, коллекционер героя, посмотрите за алхимика, что дают, неплохо, за черепа Махатма, нифига себе, офигеть, да это реально круто, за черепа целая Махатма, офигеть, круто. Это тоже крутой коллекционер. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.